Доктор, доктор, сделайте ему, пожалуйста, больной укол, а лучше сразу два. Он меня так опозорил, он так меня опозорил. Надо обязательно его приучить. Доктор, пожалуйста, помогите. Добрый день. А он что, боится уколов у вас? Я не знаю, доктор. Мне все равно, боится он их или нет. Сделайте, пожалуйста. Ага, уколы? Уколы это мы можем сделать, хорошо. Вот такой можем укольчик вашему больному бахнуть. А вообще, если хотите, можем ему еще больше. Вот такой, чтоб уж наверняка. Доктор, а есть еще больше? Ну, может быть, все-таки не стоит? Он же совсем же огромный и болючий. Есть у меня один укольчик. Вот он какой. Да, да, доктор. Такой укол ему нужен. Ну хорошо, как скажете. А где же больной? Доктор, пойдемте со мной. Я вам сейчас все покажу. Обязательно, иначе я вам не заплачу. Вон он. До свидания. Ну, привет, Дима. Что, меня вызвала твоя учительница. Сказала, что ты заболел наглостью. Будем тебе делать самый болючий укол. Понятно? Опять эти уколы. Как же они мне надоели. Делайте и уходите отсюда. А ты что, Дима, уколов не боишься? Уже нет! Вы знаете, сколько мне этих уколов сделали! Вам даже не снилось! Наверное, Диму все-таки пожалею и сделаю ему маленький укол. Ну что, Димочка, переворачивайся. Да без проблем. Так, ну потихонечку начинаем. Да, Димочка, ты не бойся, самое главное. Это не больно. Это как комарик. Чик. И все. Так что не переживай, все будет хорошо. Так, обработаем. Обработаем. Так, не бойся, папа. Не бойся, все будет нормально. Это будет безболезненно. Не бойся. Оп. Так, терпи. Терпи, 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 терпи. Гриб этот доктор сделал свой укол и ушел. Не дает мне нормально поиграть в телефон. Хоп. Опа. Оп. Дим, а тебе что, совсем не больно, что ли? Нет, я же вам сказал, я уколов не боюсь. Хм. Доктор, только обязательно сделайте так, чтобы было больно. Обязательно, иначе я вам не заплачу. Так, какой же укол сделать этот? А давай-ка я ему вот этот сделаю. Дим, а ты боишься вот такого укола? Нет. Я же сказал, и такой я укол не боюсь. Хм. Так, пожалуй-ка я ему вот такой укольчик достану. А? Дим, а как тебе такой укольчик? Боишься? Я же сказал, я уколов не боюсь. Ребята, на самом деле я очень боюсь. Вы видели этот укол? И если вы тоже, то поддержите меня лайком и подпиской тем, кто не подписан.
Так, ну как, ребята? Думаете, Дима не боится? Сейчас мы проверим. Так. Ватка. О! Дима, ну-ка посмотри на меня. Кажется, я тебя борщил с лекарством. Что со мной, доктор?